Всем привет! Сейчас покажу несколько гличей. Так, есть у нас пистолет Ренетти. И мы сможем открыть парные рукояти. То есть побегать с двумя пистолетиками. Это очень прикольно. То есть даже с первым уровнем у вас будет доступно. То есть сразу можете... Вот у меня вот на четвертом уже открыто. Хотя на 21-м должно быть... И то не факт, что откроется, потому что ну, какой-то баг с этой штучкой. Так, все, что нам нужно сделать, давайте прям с нуля изменить. Выбрать базу. Все, пустое. Нажимаем оружейник. Смотрим, что у нас. Ничего нельзя выбрать из этого. Ставим конверсионный набор сначала. Хоп. И теперь смотрим. Также закрыто все, но когда мы нажмем, хоп, она у нас выбирается. Хотя закрыто. И это сохраняется. Этим можно играть в любой режим. Так, теперь сразу же, не отходя от кассы, показываю, как вот этот вот пистолетик выбрать. Вот у меня 4 уровня, хотя его нигде вообще выбрать нельзя. Они в игру добавили его, а чтобы мы только посмотрели по ходу. Но как мы его? Заходим, меняем жилет на стрелка. Оп, сбросилось. И обратно возвращаем пехоту. Все. Смотрим. У нас выбран этот пистолет. Все, можем с ним играть, прокачивать. Как-то так. Какие-то вопросы будут? Обращайтесь. Также в самой игре практически на любое оружие, даже первого уровня, вы можете зайти и в самой игре поменять. Зайти, ну, нажать «Изменить», «Оружейник». То есть в игре прям в самом матче. Вот у меня, допустим, здесь я, по-моему, в оружейнике ставил. Да, вот у меня видно, что закрыто, а выбрано. Вот этот модуль, он, по сути, закрыт. Но я его поставил в самой игре. И комплект, вот он, сохраняется в самой этой игре. Еще я на что-то ставил. А, вот. Оружейник. Вот, видите? Замки, по сути, еще не открыта. Пушка первого уровня. Но я поставил. Вот, но будут вопросы, обращайтесь. Пишите в комментариях.